В наших ближайших планах создание московских центральных диаметров. Первые диаметры свяжут Одинцово и Лобня, Нахабино и Подольск. Для миллиона жителей столичного региона время пути сократится два раза. Приветствуем железнодорожников Москвы и Подмосковья! Приветствуем Московский электропрофсоюз! Солидарность – наша сила! Единство – наш ресурс! Будь вместе с нами! Вступай в профсоюз! С праздником вас, дорогие друзья!